Всем привет! Вот я вам уже рассказывал о китайских воблерах, попперах, вернее. Вот еще вот такой вот, как я из интернета посмотрел в середине, вроде волкер называется, тоже поверхностная. Вот сейчас вот я их буду в воду погружать и посмотрим, какая у них огрузка. Кто разбирается, подскажите, правильно, неправильно у них огрузка, сейчас стоит на них ловить, как они в воде вообще. Просто погружу их в воду и посмотрим. А еще подскажите, вот как вот на этот вот на эту приманку, как на нее ловить вообще, какая проводка нам нужна, как в какое время года вообще вот этот расцветка подойдет под наши водоемы Ленинградской области. Клюнет вообще на нее что. Вот, погрузил я первый поппер в банку. Вот такая у него огрузка. Где-то в комментариях написали, что это подделка под мегабас китайская. Вот так он в воде вот огружен. Правильная, неправильная огрузка. Кто в этом разбирается, напишите обязательно. Также сейчас другие воблеры проверим сейчас. Кто знает, напишите, подскажите. Есть ли вообще смысл на них пробовать ловить что-то. Вот этот вот так вот огружен. Этот, мне кажется, более как-то похоже на правду. Напишите в комментариях, кто знает. Вот это я вообще не разбираюсь. Даже не знаю, вот что-то он как-то вообще даже. Как-то он на бок даже заваливает его. То есть вот он, если его посмотреть. Так, сейчас его поверну. Вот он на один бок завален как. Мне кажется, это не совсем хорошо. Пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Возможно, на нем поймать-то что-нибудь. Всем пока, до новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.